Пробудись, Кыргызстан, Духбожий, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Сегодня вторник, 18 июля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся Господу и попросим, чтобы Он нас благословил в этот день. Аминь? Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, Господь, и мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за дыхание жизни, за здоровье, за Твою заботу о нас. Спасибо Тебе, мой Господь. Мы каждый день видим Твою заботу о нас, о нашей семье. Мы за все благодарим. Мой Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Благослови, мой Бог, и направь каждого из нас. Ты знаешь, мой Господь, все вопросы, которые нам нужно решить сегодня. Ты знаешь, мой Господь, все проблемы, которые мы встречаем в нашей жизни. Мы просим, помоги нам. Дай нам мудрость, чтобы в этот день мы могли поступать благоразумно, как написано в Твоем Слове. Направь каждый шаг наш. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере во имя Господа Иисуса Христа. Господь, поставь сильных ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. И защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, проклятия, злых людей, зависти и всего негативного. Мы отдаем, Господь, в Твои святые руки сегодняшний день. И по вере мы провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса. Господь, мы также молимся за нашу страну. Благослови, Господь, Кыргызстан, благослови нашу землю. Благослови, мой Господь, и сделай так, чтобы наша страна процветала, развивалась для славы Твоей. Мы молимся, Господь, за всех жителей нашей страны, за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть. Дай им мудрость, чтобы они могли управлять нашей страной успешно. Мы молимся также и за другие страны. Сейчас, мой Бог, с нами молятся люди из разных точек этого мира. Защити, мой Бог, Твой народ. Защити семью каждого из них. Да будет свет там, где Твой народ находится. Господь, мы молимся за мир в Израиле, за мир между Россией и Украиной. И просим, чтобы Ты защитил людей, которые находятся
в опасных местах. Во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я уверен в том, что Бог, Он услышал нашу молитву. И Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь? Я сейчас передам вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. Давайте вместе прочитаем Евангелие от Луки, 18 главу, 7 стих, где в Слове Божьем написано, что Иисус сказал так: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Дорогие друзья, я хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что написано в этом месте Писания. Господь Иисус, Он говорит, не защитит ли Бог избранных Своих? Дорогие друзья, когда мы читаем в Библии «избранные», вы знаете, что человек, он сделает себя избранным. Что я имею в виду? Бог призывает, конечно. Когда вы получили слово от Бога, например, вы слушаете сейчас эту передачу, Бог говорит с вами. Для того, чтобы вы стали избранными, вам необходимо послушать, поверить. И Иисус говорит, вопиющих к Нему день и ночь. Человек, который верит в Бога, он не опускает руки. В трудный момент он продолжает верить. Он обращается к Богу день и ночь, то есть всегда, во всякое время, он уповает на Господа. И когда вы читаете, хотя и медлит защищать их, мы знаем, что, возможно, кажется человеку, что это медленно, потому что мы хотим все в свое время. А написано в Библии, что всему свое время. То есть не все произойдет в наше время, но произойдет то, что Бог обещал. Потому что Он не человек, чтобы обещать одно и делать другое. Дорогие друзья, если вы проходите через проблемы в своей жизни, если вам нужно сегодня какое-то решение принимать или решить какую-то ситуацию, будьте уверены в том, что Бог вас защитит, что Он поможет вам, что Он не оставит вас. Но обратитесь к Нему, верите в Него, покажите свою веру Господу, и Он покажет Ему, что Он с вами. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны. Напишите в комментариях также и вот эту фразу: «Я покажу моему Господу свою веру, и Он покажет свою силу, что всегда Он со мною». Аминь. Дорогие друзья, да будет так в вашей жизни во имя Господа Иисуса. Если это слово помогло вам, ставьте лайк, чтобы YouTube предложил эту молитву другим людям. И вы можете тоже отправить вашим друзьям, кому нужно это слово, эта молитва.
И напоминаю вам, что сегодня в 18:30 у нас онлайн-служение за восстановление здоровья. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог обильно. Всего вам хорошего. Идем вперед. Хорошего вам дня. Бог с нами. Покажите свою веру Ему. Он покажет свою силу в вашей жизни. Все дела твои.